Сейчас мы узнаем, кто из вас сможет дать 15 правильных ответов и выиграть 1 миллион виртуальных рублей. Все готовы? Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Готовы. 100 рублей, и на экране появляется первый вопрос. Как часто поступают с банковскими вкладами во время экономического кризиса? Наверное, засушивает, а может, заквашивает. Отлично! Это правильный ответ. Что широко практикуется в санаториях города Ессентуки? Трудотерапия. Отлично! Это правильный ответ. Как называется основная денежная единица Перу? Крахмал. Правильно! Какие изделия прославили фамилию Фаберже? Хлебобулочные. Отлично! Это правильный ответ. Переходим ко второму вопросу, и на кону 200 рублей. Что преподаватель вуза читает студентам в рамках учебной программы резолюции? Великолепно! Вы дали правильный ответ. Что строят аисты? Ульи. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Что отшумело в известной песне в исполнении Шуры? Ну, новогоднее застолье. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Чего не бывает в ванной комнате? Ну, конечно же, душа. Удачный выбор, правильно. Хорошо. Следующий вопрос стоимостью 300 рублей. Как заканчивается строчка песни из кинофильма «Жестокий романс»? А напоследок я спляшу. Отлично! Вы дали правильный ответ. Что
является ритмической единицей длины стиха. Пятка. Правильно! Как часто называют человека, обладающего притягательной силой? Экватор. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Как называют воздушную качку во время полета? Оль-моль. Отлично! Это правильный ответ. Внимание! Все же никто не хочет покидать игру ни с чем. Четвертый вопрос и 500 рублей. Как называли документ об освобождении крепостного крестьянина? Прогулочный. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Кого хотел поймать волк в мультфильме «Ну, погоди»? Бабушку. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Чему призывали порадоваться на своем веку мушкетеры в известном телефильме? Лошади и рюмки. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Что из перечисленного выпускалось под маркой «Дружба»? Боксерские перчатки. Удачный выбор. Правильно. А теперь пятый вопрос. Если вы дадите правильный ответ, то первая несгораемая сумма в 1000 рублей будет вашей. Какое растение не может похвастаться шипами? Конечно же, крыжовник. Правильно! Что общего у Хазанова, Зюганова и Карпоносова? Конечно же, фамилия. Ничего не скажешь. Верно! Какая спортивная обувь имеет подошву с прочными шипами? Чешки. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. В каком из этих месяцев 30 дней? Конечно же, в декабре. Какой из ответов вам кажется? Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. А теперь переходим к шестому вопросу. Он стоит у нас 2000 рублей. Кто исполнил роль Фродо в кинотрилогии «Властелин колец»? Элайджа Вуд, Орландо Блум, Ян Маккеллен, Кристофер Ли. Конечно же, Элайна Вуд. Удачный выбор, правильно. Элайджа. Какая киностудия расположена на Тихоокеанском побережье США? Глоба, Мосфильм, Чиничита, Парамаунт. Мосфильм скоро будет расположен. Отлично! Это правильный ответ. Это по словам
пропагандист. Чем необходимо запастись для игры в орлянку? Бантиками, камешками, монетами, перышками. Перышками. Это верный ответ. Отличная работа. Какое растение иначе называют маис? Кукуруза, соя, подсолнечник, сахарный тростник. Подсолнечник. Это верный ответ. Отличная работа. А мы переходим к седьмому вопросу из возможных 15. Вы заработаете 4000 рублей, если правильно ответите на следующий вопрос. В каком городе России выпускается легковой автомобиль «Ода»? В Тольятти, в Нижнем Новгороде, в Челябинске, в Ижевске. В Нижнем Новгороде. Ваш ответ верный. Поздравляем вас! Сколько цветов на государственном флаге Великобритании? 1, 2, 3, 4. Ничего не скажем. Верно? Что имеет наибольшую скорость? Скоростной лифт, поезд метро, звук грома, свет в вакууме. Конечно же, скоростной лифт. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Какое название у картины Васнецова, на которой изображены три богатыря? Богатыри, три богатыря, Русь изначальная, на распутье. Русь изначальная. Это было нетрудно. Правильно. Итак, вопрос на 8000 рублей. Если вдруг вы дадите неверный ответ, то потеряете 3000 рублей. Кто стал женой Андре Агасси? Граф, Урникова, Навратилова, Хингис. Отвечайте только, если вы уверены в ответе. Ну, я не уверен. 50/50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите 2 неправильных ответа. Штеффи Граф. Это неправильный ответ. Вам не повезло. Вы могли бы заработать 8000 рублей, но, к сожалению, вопрос оказался для вас слишком сложным. В этой игре вы заработали 1000 рублей. В какой опере римского Корсакова есть персонаж по имени Лель? «Майская ночь», «Садко», «Золотой петушок», «Снегурочка». «Золотой петушок». Это неправильный ответ. Вам не повезло. Вы могли бы заработать 8000 рублей, но, к сожалению, вопрос оказался для вас слишком сложным. В этой игре вы заработали 1000 рублей. Как звали княгиню Дашкову, президента Российской академии наук? Елизавета, Екатерина, Евдокия, Елена. Евдокия.
Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Что измеряется в микронах? Длина, масса, объем, площадь. Площадь. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Все, что вам нужно, это дать правильный ответ на следующий вопрос. И 16 тысяч рублей ваши. Внимание на экран. 9-й вопрос и 16 тысяч рублей. Какой день масленичной недели зятья традиционно приходит к теще на блины? Во вторник, в среду, в четверг, в пятницу. В пятницу. Отлично! Вы дали правильный ответ. Сколько копеек в гривеннике? 3, 5, 10, 15. 15. Отлично! Вы дали правильный ответ. В случае верного ответа вы зарабатываете вторую несгораемую сумму 32 тысячи рублей. Все, что вам нужно, это дать правильный ответ. А вот и вопрос. Какой литературный герой отличался неувядающей красотой и молодостью? Капитан Немо, Паганель, Дориан Грей, Мартин Иден. Паганель. К сожалению, вы выбрали неправильный вариант ответа. Жаль. Если бы сейчас вы дали правильный ответ, то 32 тысячи рублей были бы вашими. Но вы заканчиваете игру с результатом в 1000 рублей. Где национальной денежной единицей государства является манат? В Армении, в Азербайджане, в Грузии, в Таджикистане. Таджикистане. Очень хорошо, с этим все в порядке. Что бы ни случилось, у вас уже есть 32 тысячи рублей. А мы продолжаем игру. Следующий вопрос удвоит заработанную вами сумму. Кто окончил Петербургский морской корпус и участвовал в плавании к берегам Америки? Чайковский, Глинка, Бородин, Римский-Корсаков. Чайковский. Очень хорошо, с этим все в порядке. Вы хорошо играете, но в данном случае неправильный ответ будет стоить вам 32 тысяч рублей, поэтому не торопитесь. 12-й вопрос и 125 тысяч. Сколько мачт у парусного брига? 2, 3, 4 или 5? 5. Точно в цель. Вы превосходно играете. Следующий вопрос и 250 тысяч рублей. Неправильный ответ может вам стоить 93 тысяч рублей. Я вам желаю удачи. 13-й вопрос. Какую из этих картин написал не Казимир Малевич? Черный квадрат, красный квадрат, черный круг, белый овал. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите 2 неправильных ответа. Черный квадрат. Абсолютно верно.
Вы дали 13 правильных ответов и выиграли невероятно большую сумму – 250 000. Ну что ж, попробуйте удвоить свой выигрыш. Удачи вам! Какой латинской буквой в Древнем Риме обозначалось число 1000? L, C, X, M. Что зал по этому поводу? Итак, вы хотите воспользоваться помощью нашей аудитории. Дорогая да. аудитория, посмотрите. Готовы? Тогда голосуем. Самая продвинутая аудитория говорит, что ответ С. Ну что ж. Давайте. Вы можете не отвечать на вопрос, если до конца не уверены. Речь идет о потере 218 000 рублей. Да. Это вот. Неправильный ответ. Вот вам не повезло. Вам и аудитория. Вы хотели заработать 250 000. Вы дали ответ, но он оказался неправильным. Не расстраивайтесь. В конце концов, вы выиграли 32 000 рублей. Понятно. Посмотрите, как вы сыграли. Нажмите «Следующий», чтобы увидеть все результаты. Делайте выводы, господа.